Террили. Казалось бы, какая может быть дружба среди конкурентов? К тому же тайваньский певец, несмотря на внешнюю молодость, старше Димаша на 28 лет. Но их взаимное понимание и уважение выросло до таких масштабов, что теперь Димаш называет Терри «Папа Линь». О том, насколько казахстанский музыкант дорожит дружбой с названным отцом, говорит один интересный случай в июле 2018 года. Он пообещал участвовать в моем концерте в Шэньчжэне. Дата несколько раз переносилась, и в итоге мы назначили на 7 июля. И тогда Димаш оказался перед сложным выбором. Оказалось, что накануне в вашей стране отмечают важный государственный праздник – день рождения столицы. Но откуда я мог знать, что мой день рождения 6 июля совпадает с вашим праздником? На эти дни у Димаша было запланировано много официальных мероприятий. Там требовалось его присутствие, и вот чего я никак не мог ожидать, он полностью отказался от сна и отдыха. Закончив свое выступление там, он первым же рейсом примчался в Китай. Совершенно немыслимыми пересадками доехал до Шэньчжэня. Когда он приехал, я был на сцене и уже выступал. Тогда он вышел вместе со мной вообще без репетиций. Мы не готовили это выступление, это был экспромт. Даже не знаю, как описать мои чувства в тот момент.
Сенің бөлек ай қара көз жүрісің. Саусамат қызыл